Вау, мне не верится, что я записываю это видео. Поехали. Привет, ребята. Так вроде бы обращаются блогеры, то есть люди, которые снимают видео к своим зрителям, то есть людям просто, которые смотрят их видео. Не знаю, какое приветствие хотела бы говорить я и вообще нужно ли его говорить. Хочу вам представиться. Когда я стала думать о том, что же я могу о себе рассказать другим, то это действительно немного загнало меня в ступор, потому что мы живем своей жизнью, каждый день являемся теми, кем мы являемся на самом деле. Но когда ты вдруг берешь и хочешь за один раз рассказать всему миру, кто ты такой, чем ты живешь, какие твои интересы, это действительно очень сложно передать и собрать в кучу все, что накопилось в твоей голове за всю твою жизнь. Мы все приходим на YouTube за разными вещами. Некоторые приходят за какими-то образовательными видео, узнать что-то новое, интересное, по крайней мере, так делаю в большинстве случаев я. Или же мы приходим, чтобы посмотреть какой-то интересный, развлекательный контент и просто отдохнуть, чтобы получить новые эмоции, вдохновиться чему-то. По крайней мере, у меня это всегда так. Я не смотрю никогда челленджи на YouTube или подобного формата видео. Мне кажется, последний челлендж, который я смотрела, это Гарри Поттер Бинс, вот эти вот конфеты со вкусом тухлых яиц. Наверное, вы сейчас поняли, в каком году последний раз я смотрела челлендж. Ему, наверное, уже лет 5, да. В общем, я всегда мечтала создавать контент, который я смотрю на YouTube и который нравится мне. Я работаю специалистом по диджитал-маркетингу уже несколько лет, и вся моя жизнь крутится вокруг интернета, вокруг какого-то информационного шума, вокруг социальных сетей. Я создаю контент для брендов, создаю контент для других людей, создаю какой-то интересный контент и продвигаю его для других фирм, в которых я работаю. И все это должно идти с таким стремительным темпом, должно генерировать продажи, должно генерировать какие-то доходы, деньги. И в один момент я задумалась, а почему я не могу создать что-то свое и вкладывать свое творчество и креативность в это? Почему я всегда работаю для каких-то других проектов и отдаю этому всю себя? Не хочу тоже, чтобы это звучало как-то громко. Я хочу создать такое место, такой островок уюта и каких-то моих интересов, которым я смогу просто делиться с другими, и, возможно, это даст мне шанс найти каких-то своих единомышленников. Единомышленники для меня — это люди, с которыми у меня есть какие-то точки соприкосновения, и вы, наверное, думаете, какие же точки соприкосновения могут быть у меня с вами. Я представлюсь, а решать уже вам. Меня зовут Анжелика, и это мой No Panic Blog. Мне 20 лет. Я живу в Польше, в прекрасном городе Гданьск. Я приехала сюда, когда мне было 17 лет. Росла я в Украине со своей семьей, и как только закончила 11 класс, школу, я переехала за границу в Польшу. Переехать я хотела всегда, всегда. И Польша была такой самой, скажем так, доступной и ближайшей страной, в которую я могла отправиться на тот момент. И плюс ко всему, она мне нравилась как в культурном плане, так и во всем остальном. Так что в возрасте 17 лет я переехала в Гданьск, поступила здесь в университет на специальность маркетинг. И я всегда считала себя творческим человеком. Возможно, таковыми себя считают все те, у кого не очень с техническими специальностями. Anyway, я влюбилась в это дело. 3 года прошло как один день, я закончила университет со степенью бакалавра и поступила в другой университет на магистра, в известную в Польше Академию искусств на графический дизайн, не имея особых талантов, связанных с дизайном и проектированием. Уже в первый месяц за границей я нашла себе работу, несмотря на языковой барьер, несмотря на стационарную учебу, а уже на втором курсе я нашла себе работу по специальности и стала диджитал-маркетологом. И так и началась моя карьера, скажем так. И за эти годы жизни за границей со мной случалось столько интересных ситуаций, смешных, радостных, грустных,
каких-то взлетов, падений в карьере, в учебе, и я очень сожалею о том, что не документировала их ранее. Так что теперь, когда мы все оказались заперты в своих квартирах, домах, мы стали задумываться о том, а что же мы бы действительно хотели попробовать в своей жизни, чего мы еще раньше не сделали, но, возможно, можем сделать это сейчас. И именно поэтому я решила завести этот канал. Я буду делиться здесь всем тем, что для меня интересно, чему я на данный момент жизни учусь, что я на данный момент жизни пробую, какие-то эксперименты над собой. Буду рассказывать вам о своей работе, о маркетинге, о фотографии, о видеосъемке, о монтаже, о дизайне, о проектировании, о каких-то своих личностных экспериментах, о психологии, о work-life balance, о том, как я, не скажу с ума дома, на данный момент очень актуально. В общем, всем тем, чем я живу на данный момент и что может быть интересно другим. Так что, если вы услышали в этом списке что-то близкое для себя, то, возможно, вы мой единомышленник. Soulmate. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч в новых видео. Мне уже весело.